И теперь мы идем в сад. Так, это крестьянская семья такая современная. Здесь растет лучок. Лежит кость для собаки. А вот это растение. Растение, которое выглядит как хлопок. Вот здесь во дворе очень много маленьких домиков каменных. В общем, в первом здании висел гамак, но эта пожилая женщина сказала, что в гамаке ей больше спать нельзя. И она живет теперь в доме своей снохи. Здесь стоит лошадка. Кукурузу ей дали. Вот там мальчик идет. Еще одна собака. Собаки здесь не злые. Вот эта, которая за мной ходит. Kalebasse da. Da wurde ich schon danach gefragt. Und sie hat gerade eine Kalebasse Hickama heißt das. Da como los que tenemos allá este en el altar. Sí. Sí. Heruntergeholt. Es entonces para tomar agua. Und dann wird das geschnitten. Das was drinnen ist, kann man essen. Und die Gefäße, die da beim Altar drauf waren, waren nur getrocknet und sollten. Ovale, Hickama. Chuchu. Я нашла цветочек этого хлопкового дерева. Интересно, что они имеют разные цвета. Сказал нам стихотворение на языке майя. Дома они разговаривают только на своем языке. Языке майя. И туристы спросили, на каком языке говорят в школе. И он сказал, нормально, нормаль, на испанском. Наверное, это не настоящий. Хочу показать землю. Цвет. Цвет у земли такой красно-коричневый. И эту землю используют как краску для росписи горшков. То, что вот я вчера не снимала на камеру. Надеюсь, что это будет как фотография. Но вот эта земля, это краска. Калебаса. В общем, надо запомнить, посмотреть. Может быть, на русском языке другое название у этого фрукта. Вот там маленькая калебаса. Уже желтенькая. А вот эта особенно большая. Сейчас я руку свою подставлю. Вот, как мяч. Почти. Пока, которые кладут в алкоголь и через несколько дней пьют против ревматизма. Нет, пьет. А, намазываются. Не пьют, оказывается.
Закончилось. Вот я еще тут мандарин нашла на полу. Нам сказали, что если нам понравилось, то мы можем сюда приезжать и чувствовать себя как дома. Есть о чем подумать.